Привитос, амигос. Что-то я подумал, что в Honor Landau как-то пока тяжко бодаться с этими, блядь, железными 33 богатырями. Вот, а там еще два дядьки Черномора, у них там боссы, которых я вообще никогда не забуду. Это просто 800 попыток я, наверное, предпринял, чтобы убить этого Эрштейна, блядь, и Смога. Это просто босс века, я думаю, в этой игре. Вот самый сложный, да. Поэтому пока решил мыкнуться в катакомбы. Они, мне кажется, больше по уровню мне соответствуют на данный момент. Потому что, видите, ну, скелеты вон рассыпаются просто от ударов. И если я не пойду сюда сейчас, а пойду, не знаю, каким-нибудь чудом пройду Honor Landau, здесь потом просто будет делать нечего. Вообще, мне кажется, что это, видимо, одна из первейших локаций, куда пойти следовало. Но, опять же, надо... Нужна здесь это... Пушка была зачарованная на оружие, как его там, блядь, небес. Меня спросили, нахрена я топор сделал небесный, если у меня нету этого волшебства или чего там. Так вот, для того и сделал, что в катакомбу-то пойти, там же мобы-то, блядь, да ты охуевший, что ли, вообще? Нихуя себе, блядь. Топчет тут меня. Крылатое копье, это еще что такое? Какая интересная, вот большой скелет лежал под большой могильной плитой. Нифига его обозначили. Так, крылатое копье. О, да, крылатое копье. Нахрен оно надо. Даже в начале игры, по меркам начала игры, оружие, по-моему, стрёмное. Шайтан удар. Лихо он отлетел. Чё, скелетики бедные так долго замахиваются. Они рассыпаются, на самом деле, прикольно. С каждого удара там что-то ему сносишь по пол тулубища. Где тут говорили, цвай лежит. О, нихуя себе. Ай-яй-яй-яй, ребята, что же вы? Мы ж все же мы люди, что же вы творите-то? О, блядь, отличный замах опять богатырский, ёб твою мать. Нет, блядь, да хватит, да ёбаный в рот. Ну что ж, как так-то, блядь? Сука, у меня же еще и костер здесь не работает. Я бегаю сюда от кузнеца, блядь, в верхнем городе. Чтоб какие-то... Блядь, я ебу этот меч, а. Чтоб какие-то, блядь, обоссанные, сука, О, один отпрыгнул, другой огреб. Нахуй, нормальная, блядь. Коллективная повинность, блядь. Сейчас, сука. Да нет, да нахуй. Теперь у меня, кстати, наряд похож на этот, на фильм, блядь. Где это? В резервации-то люди жили, ты их там терроризировали-то. Сука, мы не говорим о тех, о ком нельзя говорить там. Блядь, да не Гарри Поттер этот. Как его там? Заповедник семьи Уокер-то, блин, был. Сука, я не знаю, Хоакин Феникс там еще снимался. Еще очень страшное кино. Этот фильм затроллили, короче, там по полной программе. Изикиль, давай на перегонки, блядь. Слепая и тупой, нахуй, на перегонки бегали. Двуручный меч. Так и перевели все-таки название Цвайхендер. Да ладно, чё я, блядь? А ты-то здесь что делаешь, сука? Я как-то не задумывался раньше о том, что Цвайхендер переводится как двуручник. Там, ну, Ein, zwei, zwei, два, да, по-немецки. А Хандер, ну, это как по-английски Хендер. Хендер хох. Ну, две руки, получается, двуручник. Что-то, блядь, лежит тут в позе проститутки. Бинокль. Вот нахуй в этой игре бинокль. Я вот вообще не понимаю, куда тут в него смотреть? На что, блин? Я вот только гидру в болоте в бинокль разглядывал, потому что там далеко ничего не видно. Больше нахрен он не нужен. Бинокль этот, блин. Хотя, вон там внизу можно посмотреть на... А что это такое? Руины старого Honor Landau, я так понимаю, да? Вообще, вся локация игры, все локации, это один сплошной город получается, так что ли? Даже озеро получается за забором. Я смотрел карту мира здесь. Но это как, блядь, карту Вестероса смотреть у Джорджа Мартина. Ну, вроде смотришь, а один хуй ничего не понятно. Чего, где? А, стоперик. Сейчас, блядь, уже эти... Пушечку-то сменить надо. Бам ему, смотрите, он обратно чпок, блядь. Вот мы пригорели, когда в первый раз сюда пришли. Пытались пробиться с обычными пушками, короче, через этих, сука, скелетов, а они обратно ресаются. Дашь ему по башке, блядь, он рассыпался. Бежишь, сука, пока он не встал. Чё, оружие небес увидел, сразу сейбл? Оп, за него 100 душ сразу в копилочку. Ну, блин, сука, оружие небес, конечно, они тоже сделали
довольно подло, потому что оно требует, сука, иметь волшебство, а нахер оно мне нужно. А это что такое? Да что за дум, сука, первый? Погоди-ка, погоди-ка, пацантре. Чё за? Нихуёво в ответку, блядь. Залупнули. Чё делать-то с этими, блядь, головами? Головами, блядь. Они разве не должны взрываться после этого? Они же одноразовые вроде, не? Ну, ёб твою мать, камера. Ну это вообще, блядь, дебилизм, конечно. Вот эти головы, они тут нахрен не нужны. Все портит только. Вы как в любой игре, сука, презираю этих мобов, которые подбегают и взрываются. Я помню, сколько в Диабле во второй. Мне крови выпили эти, блин. Там где этого Нехлотака надо убивать, короче. Потому что там трупы эти оживляют, которые подбегают и взрываются. И вот там на всем уровне, когда играешь, там уже на какой-нибудь суперсложности они подбегают, тебя просто ваншотят. Настолько мерзкое говно, блядь. Давай, опущенец, быстрее вставай уже. О, блядь, дамаг какой охуенный. Радуюсь, что они рассыпаются, сука. Как конструктор. Так, их рассыпаемость увеличивает, упрощает их убийство, как бы. Вывел его из строя и добиваешь, сука. Ну, долго, конечно, потому что, блядь, я это волшебство-то не прокачиваю, нахер оно мне обоссалось. Я в колдуны-то в офигенные не мечу, как бы. Ты сдох там, нет? Замесил его в этих, в тарелках, блин, в кувшинах. Тут еще, по-моему, босс какой-то такой простенький был, я его тоже с первого раза ушатал. Ах ты, блядь, такая, ёпта, подзаборная, ты чё? Гробовщик такой типичный, по-моему. Этот Игорь, сука. Из Франкенштейна, ё-мо. И эти мокрицы тут ползают. Так, это... Ну, я сидеть пока у костра не буду. Аптечек-то хватает. Я только проиграю, если посижу. Они встанут, наоборот, все. А Эстуса у меня больше не станет. Снова каменные механизмы ацтеков тут. Какие-то, блядь, рычажок дернул, стена отъехала. Как это все делается у них? Вот такие статуи во второй части ядовитые, помню, были. Вот, блядь. А еще помню, чтобы, кстати, скелеты не воскресали, надо некроманта завалить. Если нету оружия небес, то есть это единственный выход. Рашнуть мимо этих кадров. Добежать до некроманта и его ушатать. После чего скелеты станут дохнуть. Они станут смертными, если память не изменяет, опять-таки. Да дайте же пройти-то, ёб твою мать. Может, кольцо на защиту от огня надо нацепить? А, хуй тебе, блядь. Куда это ты, сука, собрался, блядь, а, пидорас? Тебе-то хули надо, ёпта? Когда он рассыпается на кучу костей, как узнать, какую кость надо бить? Я еще слышу, что где-то тут тетива на чьем-то луке, блядь, пощелкивает. Но что-то стрелы не летят, правда. Нравится мне в этой части кольцо злого глаза. Вот во второй части оно беспонтовое вообще, по-моему. Никогда я его там не носил. А здесь оно прям вот существенно восстанавливает. Да ёб твою шлюха, блядь, такая. Че же вы, блядь, все со спины тогда, со спины?
Интересно, в этом склепе оживают только избранные скелеты, что ли? Конец. Красно-белый щит. Люцернхаммер. Я смотрю, что это какое-то древненемецкое кладбище, древненемецкие катапульт, эти, катакомбы. То Цвайхендер, то Люценхаммер, блядь, какой-то. Это как бы намекает. Че у него, что это такое за борода-то хоть? Ну это лучше, чем мой топор, да, был, когда я его взял. Алебарда с большим выступом. А, ну нахер тогда нужна в виде клюва. Это то, что называется клевец у нас, по-моему, в славянской оружейне. А у них там Люцернхаммер. Вундерваффен катапультен. Бля, как их пинать весело, ну просто охереть. Интересно, что... Любопытно, что в этой части игры не нужно факел носить в темных местах. Тут персонаж излучает свет сам по себе. А, вот ты где, блядь. Робин из Чмоксли. Вот, тут даже если, типа, нихера не видно, все равно в любом случае персонаж светится. А там, блин, если вспомнить помойку, то целый уровень, где надо факел носить. А, нет, здесь дальше тоже такая хуйня будет. Это сейчас, видимо, просто мой шлем свет отражает бивнями. Что-то я не понял, куда идти-то? И что это такое? Это тупик. Подожди-ка. Может, здесь какая-то кнопка была, которую я не заметил? А, вот он, проход. Да ну ты посмотри, опять они. Далеко еще до... Ах ты, ёбаная шлюха, ты чё, блядь? И как это работает, что-то я не врубаюсь. Ну где эта голова, ёптать, профессора Доуэля, ёптую мать. Сука. А вон еще одна, ты смотри, сколько их тут. Ну что-то ловушка-то дамага не наносит как-то. Чпынька в ответочку. О, давай, подорви его. А, ага. Не работает на скелета. Да иди нахуй, дай пройти. А почему это он встал? Че, оружие небес резко работать перестало, что ли? Или это другое уже? Или здесь магия некромантов особенно стала сильна? Они даже по этим тряпкам, по моим, в которые я одет, урона нормально нанести не могут почему-то. Ай, блядь, ну почему ты такой без руки? Ага. Это, я так понимаю, мост перевернет, да? Да. Окей, а это что делает? А, до этого мне не добраться. Душа гордого рыцаря. Сколько тут рыцарей-то по территории игры? Кочурилась прям. Да, блядь, да ты заебала уже. Че, он опять встает, что ли? Хрена тебе, лысо. Ну, давайте, подходите, демоны. Он прыгнул и рассыпался. Нифига ты полезный. Ты полезный, как румынские солдаты во Второй мировой, бля. Ах ты, блядь. Ну, я просто читал, что Гитлер писал, что они, мягко говоря, не очень хороши со своими ржавыми винтовками или что-то там такое. Я уверен, что были классные солдаты и там, конечно, но в основной своей массе, видимо, они были что-то не очень.
такое, сука, подозрительное место. Это намек на то, что здесь есть секретные ворота какие-то, секретные ходы? Или что? Какая-то комната, которая, бля, пустая. Чуть такое. Это же как-то надо понимать, наверное. Для чего ее сделали. Давай, отъезжай уже. Да сучий ты, блядь! Вот как он сдох, этот гордый рыцарь. Решил статую приобнять, блядь. Там, наверное, гнездо, наверное, какое-нибудь подходящее увидел, что ли. Просто не понимаю, нахер ее обнимать-то. Да ладно, нахуй, нихуя себе. Это что, скелет Чака Норриса тут, блядь? Так, 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 пацаны, понятно. Я понял вашу позицию. И улетели. Молодцы. Да, да отправляйся в ад нахер. Чё вот это открывается? Может, да и, блядь. Говорю, может на статую нажать, нажал. Интересно, а почему здесь нет больших скелетов, только мелкие? В потолок, наверное, не помещались. О, какие мы, блядь. Да ебаный акробат, блядь. Всю атаку мне засрал. Хуй тебе, блядь. Опять кувырок какой-то, блядь, не в ту сторону мне чуть не обосрался. Хера они как умеют, посмотри. Да, но толпой они могут запинать, тут базара нету. Тут, наверное, толпой даже самые первые бомжи с факелами забить могут. С вилами. Так. Это я уже знаю. Опять стал. Да что ты будешь делать? Сколько их тут закопали-то этих, блядь, чертей? И что-то костра давно нету, по-моему. Я уже столько прошел, столько убил. Блять, еще. Этот дурачок там что хоть делал? С разгону об стену решил убиться. Молодец, все бы так поступали. Блять. Герой чуть не съехал нахер со ступенек сейчас, пытаясь нанести очередной сокрушительный удар. Да пидрила ты такая, блять, а? Что это за тварь-то, блядь? Хотел его эффектно в прыжке убрать, хер там. О, череп, фонарь, вот. Все, будет чем посветить. Дорогу-то. Только лучше бы костер нашелся, конечно. Че это тут написано? Какие перекаты, это пиз... А-а-а. Вообще-то там он. Что-то лежит, бля. Но стрёмно, что-то нихера не видно. Ага. Блять, а если мимо, то чё? Ой, блять, господи, ёб твою мать, а? Ну и момент. А, блядь. Тут вроде и так можно, нет? Сальто. О. Зеленый титанит. Они же что? Они же, будьте добры, получите, блядь, урон от падения, да? Уи. Удачи. Да, какие нахуй удачи. А-а-а, я понял, где.
Тут эти, сука, колеса ебучие. Вот я от колес спасался, и одно колесо забодало вот этого кузнеца, короче, он сдох. Это скелет Дэви Джонса. Душно, видать, свежего воздуха. Он, по-моему, на огонь может пушку замутить. Далековато, конечно, к нему ходить. Лучше сразу какой-нибудь сделать огненный. Может, он что продает? А как ты в темноте-то тут? Так, изменить. Нет, секира небес слишком. Мерцающий титанит тратить на это говно тоже не хочется. Усилить броню. О! Мерцающим титанитом кабанья шапка точится. Пошел ты в жопу, чувак. Починю-ка я на всякий случай эту всю бороду. Чувак, а ты... А все сразу не почините. А ты не подскажешь, где костер у вас, а? Косточка возвращения. Осколок титанита. Оружейный ящик. О, инструмент для усиления оружия у костра. Нихера себе. А я смогу сам их зачаровывать, интересно? Ну, похуй. Так, тяжелый болт. Надо тратить. Надо тратить, потому что сейчас я тут сдохну, скорее всего. О, 302 стрелы, заебись. До конца жизни хватит. Жалко две человечности, правда. Пошел нахуй, заткнись. Я помню, что здесь какое-то говно, что я здесь сдох. И, по-моему, даже дело не в колесах у этих обоссанных. Кстати, насчет колес. Может, они уже не воскресают здесь? Может, их можно сабелькой богатырской уделать, а? О, блядь, сколько их тут, пиздец. Пиздец вообще. Нормально они сдохли. Вообще по красоте, пацаны. Чё же я раньше так не делал? Там еще один придурок. Ну чё ты? Ты идешь? А-та-та. Давайте, шлюхи. Да ты посмотри, блядь, а. Тут просто армия колес. Это, блин, доблестные сотрудники шиномонтажа, наверное, местного. Ёб твою мать! Ты-то нахуй здесь что делаешь? Кретин, блядь. Пиздец, пидорас. Вот нахуй он тут нужен. Чем сюда не пролезть? Три человечности, ебать копать. О, костяной щит, ну вообще. Что мне с ним делать-то хоть? О. Охуенно вообще. О, бой, блядь, да? Как наши с не нашими бьются, блядь. И я не сдох. Это невозможно, но я жив. Сука, вот он злой вообще тип.
Прошел все-таки, ну ты посмотри, а. Ну где ж бэкстап-то, а? Отъебись-ка. Стрёмно, блядь. Пиздец. Ну чё это, блядь, за удар такой? Ёб твою мать, нахуй. Ебать тебя в нос. Ну пиздец, блядь, охуеть. Ебануться, блядь. Пидорас ебаный, блядь. Так, ну чё, с шиномонтажом разобрался. Настало время этого, блядь, пиздюка. Вон он где стоит, оказывается, сучара. Далеко, блядь. Как он сагрился-то оттуда, прибежал, вообще не понял. Давай. Мразота, бля, матч-реванш. Сейчас топор мне отдашь, нахуй, дай дальше пойду. Эти меня не там, сука, зажимать, бля, в тесноте-то, а? Давай, чё ты? Так, там бошки летят, это они вообще не в тему. Сука, а топор-то у него, видать, тяжелый, что он нам так машет еле-еле. О! А башка-то многоразовая, смотри-ка. На моей стороне сыграла. Блять, пиздец, вас тут сколько нахуй? Большая секира черного рыцаря, ну... Что ж, добыча, блядь, заслуженная. Что за звуки? Так, надо головы нахер демонтировать в пизду. А чё она не сдетонировала-то? Ты чё, тварь? Все, обезопасил территорию. А как забрать? Чё он там охранял, этот петух этот, блядь, своей секирой? Ух ты, блядь. Это обычные скелеты? Да, скелеты обычные, блядь. Некромант необычный. Говноед, бля. Что-то такое здесь вообще. Блядь, ни костра, ничего. Ёб твою мать, что за локация такая дебильная? Настоящий, сука, отстойник. О. Че, не дохнем с первого разу? Ух ты нах ты. Ты ж в саре что делается. И чё там? Не видать чё-то нихера. Поэтому я туда и не пойду. Надо проверить, что тут есть вообще. 4 человечности уже набрал где-то. О. Душонка очередная. Душа тщедушного рыцаря. Да, блядь. О, дверка. Какая-то, блядь. О, понятно. Дверка меня устроит. Если ничего тут опять под ногами не сломается и я вниз не гикнусь, то дверка очень даже збс. Ч
Что-то не понял. О, ёб твою мать. О, о, красота какая. Да заебали вы, блядь. Все трое. Вот так всех троих и окучил. Что-то мало за них здоровья дали. Так, что-то ни хера не понимаю, где я, чё я? Костра и здесь нету, да? То есть вообще костра нет, что ли, ни одного? Давай, дура. За взрыв башки, кстати, душ-то что-то не дают вообще. Херня какая-то. А, блядь, где-то их ресуют здесь, понятно. Интересно, а что с другой стороны было? Сюда-то я понятно пришел. Или что в дырке было? Че, блядь, куда тут правильно идти? Нихера не улавливаю. Ну, к этому-то жуку, оленю, блядь, идти, это неправильная дорога, это инфа стопроцентная. Он там, кстати, ожил, по-моему. А в пол провалиться это не туда, где лут лежал часом, а? Ну, почему здесь костер было не сделать? Я вот не понимаю. Ну что, жалко, что ли? Душа, блядь. А тот лут как собрать? Сверху упасть, что ли? И чё, после такого падения не сдохнешь? Типа якобы. Тут-то кольца нападения, по-моему, нету. А, вон там уступы есть. А, интересно. Чё-то, наверное, мощное там лежит, бля. А здесь, наверное, жопа дракона какого-нибудь сейчас. О! Ну, блядь, что угодно, только не костер, да? Так. Я думаю, нахер мне и щит, и кольцо на восстановление энергии. Вот этот щит вроде от магии. Я помню, что здесь какой-то колдун, блядь, летать будет. У него какая-то фишка такая уебищная. Но я не помню, чем он бьет. Может, огнем или молнией? Да нормально вроде восстанавливается все. Блять, ну давай пойдем посмотрим, что ты можешь. 11 тысяч душ, твою мать. А выйти-то отсюда потом можно будет, хоть нет? По-моему, лестницы наверх тут нету, да? Да ну нахуй, что за подстава? А выйти отсюда можно обратно? Ебануться, блядь. Ну классно вообще, молодцы. От души, блядь. Босс что надо прям. От огня на всякий случай. Напели. Ой, блядь. Ну и катакомбы. Ну намудрили, ёб твою мать. О, нихуя он тут развесил гирлянды. Хэллоуин, наверное, празднует, ёба. Что там мутит шлюха? Он похож на бабку-колдунью из второй части. Не она, интересно? А у него еще и три морды. Ну, ща по всем трем-то настучу, о, ёб твою мать.
А, он... Двойников создаешь. А, ему двойники тоже магией хуярят. Вот опёздал, ты смотри, что делает. Я что-то провафлил, настоящий-то какой. Тот, который, наверное, магией долбит, не? А, о! Пошел-ка ты нахер! Да, босс говно, конечно. Обряд возжигания. О, нихуя, могу вообще зажигать сильнее, чем обычно. Костры, в смысле, возжигать. О, еще что-то. Маска матери. Маска матери. Такой-то матери. Одна из трех масок вихря некроманта, который украл силу повелителя могил и теперь правит катакомбами. А, у Нита силы спиздил. Нихуя ты красавец. Это маска доброй матери. Немного увеличит количество здоровья. Нахуй оно надо. Увеличит количество здоровья. Немного. Много бы увеличило, я бы еще подумал, а немного нахрен оно. Сука, я смотрю, он читатель-то был еще тот, блядь, по количеству этих книжек. А, о, лестница. Все-таки отсюда можно сдриснуть. А я думал, что здесь тупик. Ну, все, пиздец. А, так назад-то здесь не пройти. Впереди кратчайший путь. Куда кратчайший путь? Помереть? А, вот, можно выйти отсюда. Либо дальше пойти. Что-то я вообще не врубаюсь. А что лучше сделать? Вообще что-то ни хрена не помню. Впереди Нита, значит, должен быть. А сзади что? Охерен его знает, что там сзади. Узнаем в следующей серии, что где находится. Вот, босса убил, все нормально, все жив, все. Так что жмите, пишите адьё. А то сейчас сдохну.